Йо, снова здорово, друзья, с вами Фрикстер, и это Monster Hunter World. Что ж, продолжаем охотиться на архизакаленных монстров с вейровским снаряжением. Ну и архизакаленные монстры тоже вейровские. Вот, что, сегодня у нас Кирин. Вот, долго думал, каким снаряжением, точнее, каким оружием бить, пока остановился на молоте. Я его еще не бил, но сейчас, в общем, пойдем потестим. В принципе, что можем. Взял я бутон флоры на всякий случай, ну, с ядом. Надеюсь, если вдруг там какое-то время не смогу его дамажить, то яд чуть-чуть его похарасит. Вот. По большей части здесь из гаммы сета только сет шлем Дзоры. Не знаю, зачем я его надел. Там вроде... А, я думал, здесь наушники. Здесь я из-за критического взгляда надел. Вот. И... Одежду фестиваля сделал, тоже неплохая, по идее, критический взгляд, выхват, плюс 3 ячейки для гемов, это очень много и очень важно. Вот, ну и, в принципе, остальные части такие себе, не особо крутые, поиск уязвимости, но ячеек под гемы вообще нет. На самом деле, думаю, можно было бы взять другие руки, где больше ячеек, что-то свое поставить. Сопротивление порчи — это чтобы на меня не прокало электричество, точнее шок. Ну, шок вообще прокает, когда на мне висит электричество. Я по большей части, если буду отъезжать, вероятнее всего один раз точно я, скорее всего, отъеду здесь, вот, то это будет именно от урона, а не от того, что я упаду с параличом. То есть паралич, как бы, Кирин не накладывает паралич, он накладывает молнию, вот, ну, то есть электрический эффект, и вот пока мы под электрическим эффектом, все его атаки могут настакать паралич, поэтому антигрозу гемы нужно ставить, и желательно сопротивление порча. Вот, улучшенное уклонение, перекаты будут дальше, ну и чуть-чуть ремесла. Как-то так получается, то есть здесь вот сопротивление грозе в 3 важно, тяжелый удар важно, сопротивление порча, думаю, тоже важно, чтобы как бы электричество не накладывалось. Поиск уязвимости, ну, просто поставил, я думаю, не критично будет без него. Критический взгляд. Можно атаку в пятерку выкрутить, там тоже чуть-чуть критического взгляда дается, но как бы вот с этим всем у меня получается 25 крит шанса, то есть как бы у нас криты будут идти в плюс, что, собственно, приятно. Вот, как-то так. Что ж, и как бы пойдемте возьмем квестик. Ну, для начала, конечно же, перекусим. Давайте перекусим. Мы вообще лучше на... кота поесть какого-то определенного, кота-боксера, если я не ошибаюсь, называется. Давайте создать тарелку. То есть, допустим, если я сейчас возьму 4 вот этих части. Кот-шлифовальщик. Кот-наездник. Нет, явно не то. Так, теперь вторую. Кот-акробат. Лапы кота тоже не то. Возможно, кстати, вот это. Возможно, третья. Полоса, поднимающий кот. Нет, тоже не то. Очень странно, на самом деле. Стоп, давайте еще раз две. Нет, это кот-шлифовальщик. Интересно, а где у нас? Ну, давайте фиолетовый. Но фиолетовый, насколько я помню, это кот-чистюля. Да. Я думаю, может быть, вот это у нас кот... шипы кота. Ну, давайте попробуем вот это поставить. Портной котов. Ладно, в общем, видимо, я... Короче, я не знаю, как сделать кота-боксера. О, вот, тарелка с котом-боксером. Здесь у нас... А, здесь у нас все 6 ячеек красные. Я понял, что нужно для этого. Берем это. Но желательно, конечно, тарелку съесть, в которой есть сопротивление элементам. Ну вот, я думаю, это бы достаточно хорошо пригодилось. Вот, ну и поехали. Поехали быстренько. Попробуем одолеть этого монстра. В первый раз, когда я его побеждал, я тоже его побеждал молотком. В принципе, на той арене, где он появляется, его очень легко бить молотком. Вот, потому что там ты вечно съезжаешь со склона, раскручиваешься и бьешь.
То есть, что удобно. То есть, мы еще помимо этого можем его оседлать под конец анимации. Я не все помню анимации атаки молотка, но одну я буду использовать точно, которая есть только в Айсберне. То есть, в классическом МХ нет. Но вот в Айсберне есть анимация, которая заканчивается грэплом и размягчением головы монстра. Вот. А, да, точно еще забыл сказать. У меня аугментация на молоток, на вампиризм. Поэтому... Если что, я надеюсь, по большей части буду именно вносить урон вместо того, чтобы бегать, хиляться от фласок. Хотя, я думаю, так или иначе, мне придется пару раз там выпить хилочку, съесть максимальное зелье или что-то такое. Ну, я в первую очередь, конечно же, максимальное зелье трачу. Потом уже, конечно, хилочки пью, когда уже все потратилось. Так, по идее, он должен прийти сюда. Он зачастую по-разному. Он то ли сверху прыгает, то ли снизу приходит. Давайте сейчас быстренько придем вниз. Он, по идее, должен здесь показаться. Я его не вижу. Да, его здесь нет. Значит, он, вероятнее всего, там наверху. Я никуда не буду уходить с этой арены, потому что он, по идее, сюда в конечном итоге приходит. То есть у него основная цель прийти вот сюда. Непосредственно, поэтому мы его здесь ждем. Раньше мы здесь ставили бочки и просто ждали его, пока он спрыгнет. И тогда как бы били. Кстати, да, есть эффект мастерского подката у меня, что очень будет полезно, кстати, вот именно на этой арене, потому что я буду скатываться и раскручиваться, увеличивая свой урон с ударов. Вот, я его не вижу сверху. Боюсь упустить на самом-то деле. Давайте еще раз здесь вниз посмотрим. Я его не вижу. Очень, конечно, странно, что его здесь до сих пор нет. Вот он. Все, пришел. Ну, и, наверное, мы начнем с покрова скалы. Просто цепляемся и начинаем стену толкать. Ну, по классике. Да, то есть... Давайте с правой кнопки мыши бить. Так, насколько я помню, довольно неплохой урон. Так, к сожалению, я его не оглушил. Вот такой вот атакой будем в основном пользоваться, потому что мы по большей части... Пока вот так съезжаем, мы мобильные. И по большей части неуязвимы для вот этих атак, которые таргетно вешаются во время битвы. Неплохо оседлал, но на самом деле было бы прикольно его сначала уронить. Но уронить его будет, в принципе, не тяжело. Так, наверное, зря перепрыгнул. И седлать его пока на нас покров скалы тоже не особо хорошая идея. Его седлать лучше всегда тогда, когда покров заканчивается. Но как бы основной стиль боя именно такой, что мы просто скатываемся и крутимся. Да, к сожалению, я не смог ему нанести атаку молотком, пока он... Ух ты. А вот это очень интересно. Я его уронил, даже когда он был на земле. То есть он просто... Ну, не зря у меня нокаут вкачан, то есть, по идее, я должен часто его ронять. Обычный Кирин, ну, обычный Темпер, который... я бы его, наверное, уже уронил раза три, вероятнее всего. Ух ты. Прикольно, кстати, получилось ударить его. Угу. Так, нужно его как-то спустить немножечко вниз. Давай ты сюда, дружище. Иди. Хорошо. Ой. Хорошо. И поехали. Хорошо. Отлично. Молоток делает свою задачу. В принципе, можно вместо молотка использовать дудку. Она, во-первых, бафы вам даст, если перед боем зачарится. Это, во-первых. А во-вторых, у нее тоже очень хороший шанс стан навесить. Ой. Кажется, оно у меня сейчас покров временной. Я хочу одну атаку применить.
но это нужно, чтобы он на месте просто стоял, там выдохшийся, или на земле лежал, и так я размягчу ему голову. Есть одна такая атака. Так, очень хорошо то, что он на кота агрится. Насколько я знаю, чем выше армор у кота, тем чаще агрится зверь, ну, монстр любой на кота, поэтому пытайтесь побольше коту накинуть армора. Ну, это, опять же, я где-то когда-то слышал, но я это не проверял и не знаю точно, но как бы у меня, в отличие от моего первого прохождения игры, действительно почему-то на этого кота накидывается больше всего монстры, то есть они чаще на него реагируют. Эй, ты куда? Странно, кстати. Отправился куда-то. То есть, по сути, армор кота никак не влияет на урон, да? Да и сам урон кота не особо влияет. Вот, но как бы из-за его живучести, возможно, этот Кирин прыгает на него. Так, ладно. Давайте спустимся вниз. По идее, я могу сейчас прыжком попытаться его оседлать еще раз. По идее, ну то есть архизакаленных монстров примерно можно два раза оседлать. Закаленных там три раза, ну и вот, в общем, как-то так. Я не помню, честно, всех механик досконально, но очень похоже на то, что работает именно так. Так, я хочу вот так побегать, подождать, пока он остановится. Ага, у меня уже даже подлагивать почему-то. Блин, я не на ту кнопку нажимаю, я перезаряжаю. И тоже не ту. По-моему, мне нужно просто тупо отпустить Ctrl. Да. Эх, почти выполнил ту атаку, которую хотел. То есть по итогу что делается? Я раскручиваюсь. Я атакую, потом нажимаю кнопку грэпла. То есть кнопка, которая крюк использует, да, вот так, и раскручиваясь на голове. Блин, что-то подлагивать начало. Непонятно. Вот, поэтому. Да, что такое? Он как бы, он меня не толкает, но он при этом дамажит. И вот такие вот несколько чаржей могут на самом деле создать неприятности. Хорошо, уронили. Я рискнул, на самом деле. Сейчас он мог просто молнией бахнуть, и я бы, во-первых, слетел. Во-вторых, было бы очень больно. Так, вроде неплохо прокает. То есть неплохой урон. Плюс еще, ну, вроде я эффектов яда не вижу. Блин, не успел ударить. Да, больно дамажит, даже не даже учитывая то, что армора у меня много, все-таки как бы это не мастер-ранговый армор, да, где с старта тебе 140 единиц брони даются в каждом элементе, армора, а всего лишь по 90. Но это все-таки, ой, это все-таки из, этот, как это сказать, части доспехов с древних драконов, как бы не слабая штука. Так, мне, наверное, бы уже не помешало как-то. Покров вы обновить. Так, он переместился. Ну, как видите, последние вот моменты я что-то его вообще не бью. То есть я жду каких-то анимаций. Сильно не лезу на рожон. Я понимаю, что время ограничено, но я думаю, с тем уроном, что я наношу с молотка, я должен управиться в срок. Поэтому я вообще пытаюсь как бы, ну, не потерять сознание, да, не уйти в нокаут. Спокойно можно, на самом деле, уйти в нокаут, там ресурсы пополнить, передохнуть и все такое. Я думаю, но я стараюсь вообще как можно меньше уходить в нокаут. Ну, единственное, что если монстр при смерти, как-то у меня есть шанс побыстрее его забурстить, я рискую. Да, но, опять же, ой-ой, много всего. Так, мы просто не становимся на места, где прокает молния, и, по идее, все. Так, он отдохнул, а вот это было нечестно.
Я не знаю, он как-то резко развернулся перед тем, как... Опа, мне кота поджарили. Я его хотел толкнуть в стену, но он резко развернулся, из-за чего мне не получилось это сделать. Да что такое? Хватит, дружище. А, вот, а теперь вот стан прокнул. Ну, стан обычно прокает, когда... ну, монстр тебя роняет с негативкой какой-то. Если нет негативки, то это зачастую происходит из-за того, что несколько раз подряд, ну, после того, как ты поднимался с земли, ты сразу же падал. Вот это, ну, как бы, есть такая механика, насколько я помню. И чем меньше у тебя хп, тем больше шанс того, что ты будешь в стане, когда монстр тебя уронит. Вот поэтому я не очень люблю находиться на лоу хп. Поехали. Хватаемся. Ра-та-та-та-та. Поехали. Размягчение. Но он не упал. Ой. Здесь отходим. Здесь должно быть больно. Вау. Конечно, хватаем и размягчаем. Но арена не та. Здесь я не могу съезжать постоянно со склона. Да, и... дамажить его. Поэтому здесь пытаюсь вот именно на такие вот атаки ловить, где просто подхожу, просто наношу ударчик и все. Пока что это все, на что я гожусь. Вот здесь я съехать не могу, да? Жаль. Ага. Не получается. Так, ну вообще я хочу, чтобы он просто на свою арену пошел. Ну, то есть туда наверх, где мы могли на него спрыгнуть. Ой, еще раз оседлал, отлично. Вот это вот очень хорошо. У меня как раз покров скалы почти потратился. То есть... как бы очень даже выгодно то, что его сейчас именно уроню. Да, все-таки аугументация на Джор очень важна на самом деле. Ну, по крайней мере, на молоток. То есть на других оружках, на которых я до этого бил архизакаленных, может быть, не совсем то, но тоже подойдет. Хорошо, хороший урон выдается на самом деле. Да, когда я раньше бегал... пытался бить древних, не было вот такого вау-эффекта с ударов. Ну, то есть, очевидно, разница в уроне. Я не знаю, из-за чего. Возможно, я преисполнился при прохождении Айсберна и немножечко билды начал делать хорошими. Но тут чего-то я действительно как-то поинтереснее стал дамажить. Так, я думаю, пора надеть временной покров и... пытаться его дамажить земли. Нет, не уходи. Ладно, это как назло, знаете, у меня есть такое проклятие в Monster Hunter World. Как только я надеваю покров, сразу же монстр как бы кричит и улетает от меня. И я пока за ним бегу пол арены, у меня временной покров, ну, как бы уже уходит. Ну, временной покров на самом деле тратится именно от ударов. На самом деле от времени он как бы не так эффективно тратится. Но в любом случае, как бы... Кирина мы довольно хорошо прохарасили на этой арене, и пару удобных атак на каждой зоне, куда он перемещался. Поэтому на самом деле довольно хорошо все получилось. Ну, те плюхи, которые наносили там по... ну, не плюхи, а комбинации, которые наносили по 500 плюс урона, в принципе, довольно хороши были, поэтому... Так, и... стоп, что... Я не знаю, куда зацепиться. О. Я не помню этой арены просто особо-то. Я помню, здесь я очень быстро забирался. Сейчас как-то, вот видите, немножечко туплю. Так, ну ладно. По идее, он сейчас ляжет на землю. И я думаю, я смогу его очень эффектно разбудить. Вообще, я могу просто толкнуть его в стену и нормально его надамажить. Но я думаю, мы реально сможем его разбудить интересненько. Как бы, я думаю, после такого удара он должен упасть опять на землю, и там... Так, еще чуть ближе. Хорошо.
Хорошо. Удар был, но он не упал. Вот это вот неприятно, на самом деле. А вот на прямой арене уже как-то будет, думаю, накладно с ним сражаться. Сейчас как-то нужно искать позицию, чтобы он меня не сбил, чтобы молния не ударила. То есть вот пока он носится, ничего, нужно подождать, пока он станет. Вот хороший момент, но я оказался не в том месте. Далеко от него. Блин. Так получилось. Ну и как я и сказал, возможен один обморок точно будет. Возможно, я накаркал, и без него я не пройду его. Но... Не, на самом деле... Зря я зажимаю контрол, я трачу стамину очень много. И вот у него неприятные атаки, они не сбивают тебя с ног, но они дамажат. И поэтому, как бы, это не то немножечко. Ты можешь не обратить внимания, как... ХПшечки снесутся. Эх, хороший был удар. Хотя бы 2000 бы прокнуло, было бы идеально. Но пока только один. На тебе драконье зерно, дружок. Это, по идее, должно его как-то вывести из его этого состояния. Ну, не рейджа, конечно, но... Ой. А как по мне ничего не попало? Вот это вот очень странно, на самом деле. По мне ни одна молния его не попала. Это как бы удача. Так, к сожалению, здесь... Не получилось нормально его ударить. Так, жалко, что я за жопу цепляюсь. Было бы прелестно, если бы я за голову зацепился. Так бы я хотя бы оглушение на него стакал. Оглушение стакается только на голове. Возможно, говорю очевидные вещи, но... Возможно, если... Опа, шотнул меня. У меня же фулл хп было, нет? Ну да, у меня вроде фулл хп. Я, наверное, на несколько молний попался там. Прокнуло несколько штук, и получилось так, что... Или на вот эту атаку. На фулл дамажащую. Я сейчас максимальное зелье не хочу кастовать. Нет! О! Ну это не шот, конечно, но неприятно. Ладно, ладно, уговорил. Сейчас я кастану максимальное зелье. Да ладно. Ой, я еще и встану. Очень прекрасно. Да, я вот так же стал, видимо, в прошлый раз на несколько молний. Но, как я и сказал, если я не упаду в обморок, это буду уже не я. Поэтому тут, скажем так, очевидно было, что разочек я доеду. Но, на самом деле, как бы до этого момента я довольно неплохо его дамажил. Так сказать. Да, конечно, ресурсы у меня поджимают. Надо заняться крафтом. Немножечко, а то я что-то как-то забиваю на это дело. Хожу подряд на каких-то монстров. Так, десяток монстров завалил, а потом раз, и у меня ресурсы уже закончились. Как бы приходится возвращаться в Астеру, ну или в Селиану. И, собственно, заниматься вот этой всей рутиной. Ну ладно, на самом деле, как бы это не рутина. Мне, наоборот, нравится вот этим... крафтом всяким заниматься, но тем не менее. Так, покров скалы откатился, есть шанс того, что я его очень, скажем так, сейчас на комбинации поймаю, но он меня может продамажить в покрове скалы, и вероятно я еще раз могу отъехать. Ладно, у меня еще вот один обморок допустим. Ну как бы монстр при смерти, так что обмороки, я думаю, не особо критичны. Так, я надеюсь, ты опять спать лег, дружище. Я надеюсь, ты опять спать лег. Yes. Можно толкнуть, но все мы знаем, что я буду делать. Будить его по-французски. Так, наверное, еще чуть ближе. Ага, понял. Хорошо.
Давай. Эх, я думал, эта атака его добьет. Ноль урона. Я надеялся, что сейчас кину самострел и пробью его. Так, давайте времен... Ой, блин, а я еще и даже не поел максимального зелья, я думаю. Он бы меня опять сейчас шотнул, на самом деле. Это ошибочка была бы от меня, и довольно серьезная. Эй, куда, лошадка? Постой. Давайте попробуем его сейчас под временным покровом чисто забурстить, пока временной покров работает. Да что такое? Хватит прыгать, дружище. Так, попробую его таким образом догнать. Опа, все. Получилось. Я забыл, кстати, про эту атаку, про эту раскрутку. Но так или иначе, все. Кирин архизакаленный побежден. Да, супер здорово. В следующем, кстати, наверное, не энергиган будет. Потому что я что-то так подумал, я его больше всех убивал из всех древних драконов. Этот монстр, которого я, ну, чаще всего побеждал. Вот, поэтому, думаю, следующий будет он, потому что на него пойдет свечакс, а это мое сигнатурное оружие. Я думаю, что я должен с ним без проблем справиться. Ну, как без проблем? Ну, победить его, ну, с первой попытки точно, но обмороки как бы допустимы, я думаю. Опять же, я играю, скажем так, ну, точнее, хожу на этих древних драконов без особо там серьезно какого-то пота. То есть я не пытаюсь их пройти просто, так скажем, без обмороков и так далее. То есть обморок перезаписи я такого не делаю. Вот, я, по сути, показываю, что это не такие сложные мобы, да, и как бы их можно довольно легко победить. Хотя в свое время, как я и говорил, я на них настрадался. Вот. Поэтому как-то так. Так, водная руда. Это, кстати, хорошо. Водная руда используется для крафта оберегов большинства на элементный урон. Поточный камень героя молот. Ну, у меня уже два есть, конечно. Но... Ну, 20 минут. Это долго на самом деле. Из-за того, что я отъезжал, бежал до него по локации, из-за того, что он как бы что-то там прыгал по локам, из-за этого затянулось. Я думаю, можно как бы... с таким же билдом без проблемы за минут 15 точно одолеть его. Можно даже не выпускать его с первой арены, на самом-то деле, где мы можем скатываться постоянно. То есть его постоянно оглушать, ронять, и в принципе нормально. Так, ну, билд, с которым я на него пошел, я уже показывал. Давайте теперь посмотрим, что за доспехи предоставляет он. Они, конечно, некрасивые, как по мне, имхо, да? Но, может быть, из них будет какая-то полезная часть, да, которая пригодится. Кирин, первая. О, кстати, на девочек я не видел успех Кирина. Не, на девочек нормальный. Мужской плохой. Так, атака грозой. О, это, кстати, интересно. Атака грозой, это реально интересно. Потому что, ну, как бы... дуалами электрическими я, возможно, буду пользоваться. Плюс сопротивление порчи. Голова неплохая. Если пользоваться билдом на грозу, то есть это, скорее всего, дуалами, да, какими-нибудь. Вольная стихия, снаряды. Ну, плюс-минус. Плюс-минус. Такое. Мастер-ловец, кстати. Что сет-бонус дает? Высокий шанс получить доп. Награды за поимку. О, а вот это, кстати, интересно. Но это можно из обычного Кирина сделать. Ну, вообще прикольная штука, это ходить как раз-таки на монстров всяких. Так, дальше что? Сопротивление порчи, вольная стихия. То есть у нас эти три части сета дают фул вольную стихию, фул сопротивление. Да, юбка-марафонец. Ну, как видите, очень мало слотов. Вот здесь два слота хороших. В принципе, перчатки отличные. Ну, из-за слотов своих. Да, марафонец постольку, поскольку, ну, это билд чисто на электрические дуалы, я так понимаю, по большей части, да, или какую-нибудь электрическую катану, может быть. Вот, и у нас
Ноги тоже сопротивление порчи, 4 части сопротивления порчи, хотя их 3. Вот, и атака грозой всего лишь один гем вам пригодится, чтобы, ну, заполнить на 5 единиц атаку грозой. Слот 1 на большой камень. Ну, такое себе, если честно. Вот, если честно говорить. То есть, по идее, хороша голова и вот ноги. Вот, вот этого, в принципе, вполне достаточно для дуалов. Если хотите себе мастер-ловец, то, я думаю, руки вполне хорошие слоты, отличнейшие. Вот, ну что, вот это был архизакаленный Кирин. Надеюсь, видосик вам понравился. Если вы из этого видео что-то подчеркнули, конечно же, ставьте лайкос. Если у вас советы, подсказки или вопросы какие-то, то пишите в комментиках. Постараюсь с вами на эти темы по Monster Hunter пообщаться. Что ж, следующий видосик не заставит себя долго ждать. Я записываю буквально сразу несколько штук, но растягиваю их на какое-то время. Вот. И следующим, вероятнее всего, будет Энергигант. Ну, в общем, я посмотрю, но, вероятнее всего, именно он. А на этом все. Всем спасибо. Удачной охоты, охотники. Пока-пока.